Добрый день, друзья. Сегодня у нас на обзоре надувная арка производства Time Trial. Тут все есть чехол. Стяжные ремешки у нас тут. Теперь нам нужно его раз, два, три. Так, у нас тут сколько клапанов? Один. Два клапана. Паспортные данные у нее, высота 3,5 метра, ширина 6 метров, диаметр 0,75 метров. То есть вот, в принципе, имеются всякие крепления для оттяжек. То есть, но сегодня у нас не ветреная погода, поэтому нам это не нужно. То есть получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 и еще с той стороны стопка. 12 точек для крепления оттяжек. Ну, в принципе, не нужно поддержание постоянного воздуха. То есть накачали, поставили и все, и забыли. И забыли об этом. Примерно вот так. Они, может быть,